Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас 22 июня 2021 года. У меня выдалась свободная минутка. Я решила заснять вам видео, сидя на качелях. Здесь тенечек. В Москве сейчас 32 градуса. И это еще не предел. Сегодня будет 34. В последующие дни до 35 градусов. Без осадков. Я прям как гидромедцентр вам рассказываю. В общем, погода жаркая, дождей нет, земля сухая. Хорошо, что у нас все-таки дали центральный водопровод. Я подсоединила шланг и ходила сегодня, поливала растения и себя. Сейчас мы с вами пробежимся. Посмотрите, какую я сделала хупси. Я ее, в общем-то, подвязала. Вот такая она у меня стала. Сегодня хочу показать вам свои розы, которые за несколько дней превратились просто в таких красавиц. Сейчас я вам покажу. Вот Golden Border розочка. Это акварель. Одна из моих любимых роз. Посмотрите, как она цветет. Роскошное цветение. Цветы все такие разноцветные. Но не зря она называется акварель. Дальше. Показываю вам только цветущие розы сегодня. Это у нас Джон Кэббот, канадская роза. Радует всегда цветением. Дальше канадская Морден Блаш. Шикарная роза. Канделайт. Также очень люблю эту розочку. Посмотрите. Это канделайт. Листва, видите, какая чистая, глянцевая. Флоксы подтягиваются. Значит, сейчас покажу Gloria Day штамбовую. Посмотрите. Ой, секунду. Вот она. Ой, какой запах. Это штамбовая Gloria Day. Так, вот она, акварель. Я вам поближе ее покажу. Здесь распустилась, не помню, как называется, вот такая розочка. Вообще название все запоминаю, это почему-то не запомнила. Лилии, много в этом году будет цветов. Буйство такое, вы себе не представляете, будет. Вот они все в таких бутонах. Посмотрите. Такие тяжелые, большие, вот прям стволы, больше пальцев моих. Помидоры, все грядки я пролила сегодня. Помидоры у меня зацветают. Вот видно. Так, пасынки убрать. Вот они, красавцы. Все очень сухое. Хотя я поливала все буквально где-то дня три назад. Сейчас покажу вам, какие у меня петунии буквально так же за пару дней стали. Посмотрите. Ну, здесь еще зеленушки много. Она должна быть вся закрыта белыми цветами. Кстати, посмотрите, как смотрится. Это моя туйка Golden Brabant, которую я сажала последний раз. Так. Красотка. Пролила также здесь березу юнги. Хосты в последний раз, которую я сажала. Барбариса, лиственница. Все хочу ее подрезать. Она прям на земле у меня. Обалдеть. Ну вот какая красавица. Подрежу обязательно ей веточки. Барбариса, конечно, такое буйство красок. Красные, бордовые, зеленые. В общем, очень здорово. Здесь у меня туйка Golden Smaragd. Красотка. Я ее сажала в прошлом году. Вот он, уголочек из хост.
Пролила сегодня опять все гортензии. Они любят воду. Вот уже тут видно, что они будут зацветать. Вот посмотрите. Уже соцветия. Вот так вот вам отсюда покажу эту красоту. Пройдемся по петуниям. Вот они. Начали. Так, здесь у меня сидит розочка плетистая. Это у меня шнеевальцер. Сейчас мы развернем немножко горшочек вот так. Посмотрите, какая прелесть. Зацветают. Здесь у меня Анютины глазки. Вёлки. Так. Вёлки хороши вообще тоже. Здорово. Вот такие у меня петунии. Начинают раскачиваться. Вот какая шикарная. Синяя очень ароматная. Это Shockwave Denim. Здесь я совместила две оперы. Это опера Lavender и опера White. Получилось очень нежное сочетание. Вот это опера Raspberry Ice. Вот такое сочетание красивое. Огурцы у меня в бочке продолжают набирать силу. Вот они какие. Вот так смотрится мой розарий сейчас. Вот таким образом. Ой, как же хорошо, что есть вода. Давайте отсюда еще, чтобы захватить. Теперь подойдем к моим штамбам. Ой, красота. Воздух, воздух. Шикарный воздух. Вот они, мои штамбы. Я их сегодня все пролила еще раз. Помедленней пройдусь с вами, чтобы каждое растение увидеть. За лиственницей распустились цветочки желтенькие. Они, кстати, дополняют очень тоже. Я их не стала оттуда убирать. Так. Вот он, уголочек. Еще один мой хвойный уголок. Голубое-голубое небо. Моя растрепка ива Хакура Нишики. Надо ее стричь. Она, во, какая здоровая у меня. Красавица. Птички поют, я поэтому молчу. Хочу, чтобы вы тоже услышали. Еще один мой хвойный уголочек. Вот он. Шишки под ногами. Буду убирать тюльпаны, выкапывать. Они уже все, у них листва пожухла, уже можно. И вот я покажу хупси-то вот с этой стороны, как она смотрится. Вот я ее какую сделала. Такая необычная. Я ей подняла лапки. И стала вот такая вот елочка какой-то необычной формы. Для сравнения, вот у меня одна хупси. И в этом году, вот в новом хвойном уголке, я посадила вторую хупси, уже взрослую. Вот она. Вот такой формы. Бадан. На даче жара ощущается не так сильно, как в городе.
великое дело на самом деле. Вот посмотрите здесь, какая прелесть будет распускаться. Это Orange May Love. Вот, бутонов у нее сколько. Ну, еще разочек по розочкам. Просто очень хотелось заснять вот это вот цветение. Так мы ждем его всегда. Посмотрите. Запах стоит в розарии. Шмелей. Очень много шмелей. Все, мои хорошие. Я буду заканчивать свое небольшое видео. Очень я рада, что у меня получается почаще сюда приезжать, потому что в такую жару растения нуждаются в поливе, конечно же. Вот тоже будет цвести гортензия, посмотрите. Вся в бутонах. Надо же. Она не цвела в прошлый год, поэтому, ну, скажем так, плохо цвела. Но в этом году у меня перегрелся телефон, выключился в такую жару. И подойдем еще сейчас к еще одному хвойному уголочку. Вот сейчас он так выглядит. Вот сюда я подключаю, кстати, шланг. Такая у меня здесь система. Вот такие стали туи, смарагд, глаука глобоза и вот она киноша штамбовая. Здесь у меня такие хосты большие. Вот посмотрите, какая прелесть. Насколько я помню, это Паулус Глори. И вот он, уголочек хост. Такие красотки все. Про хосты я обязательно сниму отдельное видео. Вот такой вот здесь у меня уголок. Все, мои хорошие, на этом буду заканчивать. Сяду немножко, отдохну. На качели. Такое редко бывает. Вам желаю крепкого здоровья. Хорошей погоды, но дождик, конечно, нужен. Ну и всем до скорых встреч. Всем пока-пока. Увидимся на даче.